Ледве чутно, тихо, десь там шлють вітри і хвилі привіт містам. Я не думаю, що можна порівняти когось з кимось. Кожна людина – це окрема людина, окрема особистість. Тому це як спроба побути в іншій шкурі, скажімо так, спроба походити в чужому взуті. Дуже цікаво зробити щось, щоб в мене вийшло, і якщо артист, кого я буду вдавати, це побачить, йому сподобається, я думаю, що це буде теж дуже весело, і мені буде великим компліментом. Якщо ти хочеш зробити щось добре, особливо перевтілитись в кого, це треба попахати, подивитись. Ну це вже, знаєш, це не просто караоке. Може навіть подзвонити, запитати, що вони їдять на ранок, зранку, на сніданок. Це не просто так, це мистецтво. Скажи, пожалуйста, ты понимаешь, что Меладзе страшный сердцеед. У него огромная армия поклонниц, да? Ну, это нормально. Он умеет так спевать, что... Ты понимаешь, что я лидер в этой армии поклонниц? Валерия Меладзе. Тобто мені вже боятися. Мені вже швидше бігти на сцену. Да, я от хочу, щоб ти поняв, осознав всю відповідальність происходящего. Я коли зрозумів, що ти будеш ведучою, я все зрозумів вже. Ти розумієш, що я з тебе буду боліти відчайно зараз? Я ж буду бек-вокалом твоїм, я ж зараз вийду і буду підпівати. Ось саме це мені не вистачає. Тобі треба поставити мікрофончик. Ти впевнений, що тебе поклонниці потім не поб'ють після записи? Головне, щоб Валеру вони потім не побили. Валера – чоловік добрий, розумієш, і потім йому некогда. Хоча... Хоча, да. Смотря, як споєш, я тобі хочу сказати. Перший день весни... Не спіши. Еще раз. Стоп. Первый день весны. Падал белый снег. Падал он так вот. И роза. Это сердце мое. Да. Это сердце мое. Да. Вживую он поет чуть по-другому, а под плюс он просто выпендривается. В мавзолей. Да, вот это он поет для налоговиков. Вопрос обоюдоострый. А косичку ты куда свою денешь, когда будешь сейчас перевоплощаться? Знаешь, хвосток, він в мене такий, він може трансформуватися в будь-що, і на даному етапі він трансформується, напевно, що в бороду. В бороду? Дорогі друзі, коментарів нет никаких. Дякую. Да? Ну що, welcome to lift? Добре. Дорогі друзі, 2 секунди понадобиться нашому ліфту, щоб превратити українського хіп-хопера в грузинського серцеєда. Красиво, ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво.
недолг был сезонный наш роман. Но было все отчаянно красиво. Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво ты ушла. Громче. Потрясающе. Валерий Меладзе собственной персоной. Очень круто. О, вот просто прекрасно. Из Олега сделали Валеру. Еще из Фоза Костю сделать. И все, и можно колесить по стране дуэтом. Главное, чтобы все было красиво. Девушки, спасибо большое. И главное, что вы заметили, как девушки, как совпало, когда ты пел, именно вот когда красиво ты ушла из нее, и девушки сделали вот такое движение. Вот почему-то именно так красиво уходили они, я не знаю. Ну, потрясающе, очень круто. Если ты... Мне уже сказали, сколько у него корпоративчик стоит. Давайте начнем с женщин. Они оценят, было ли это красиво или некрасиво. Людмила, пожалуйста, вы скажите. Как радостно, как солнечно, как легко. Ощущение, что этого ничего не стоит. Это самое прекрасное ощущение, когда ты смотришь на труд и понимаешь, что это легко. Браво. Дякую. Вам просто не слышно, а я еще и запах шашлыка улавливаю немножко от него. По чуть-чуть. Гарик, Партизан, ты скажи, если можно. Твое ощущение от песни. Слушайте, ну я, во-первых, потрясен, насколько похож Фагот на Валерия Меладзе. Ну, по крайней мере, у меня плохое зрение, отсюда очень похож. То есть, если бы не сказать... Я говорю сейчас это без шуток. Это хорошо, что у тебя плохое зрение. Для меня это просто... Можно поближе подойти, я могу подвести его. Но это точно не Валера, потому что я узнаю уже вот сейчас по интонациям. Но что мне очень понравилось, это же не просто такой пафосный проект пародистов или музыки. Это еще и юмор же, и нам же всем весело было, да? Кроме того, что было музыкально и прикольно. Мне было еще местами очень смешно, потому что Фагот... Я не знаю, можно вас называть Фагот, да? Это нужно. Уместно, да? Ну, да. Значит, товарищ Фагот очень правильно уловил некоторые нюансы у Меладзе, которые я раньше не замечал. Я сейчас понял, что действительно самое смешное в Меладзе, что он говорит в своем тексте вот о чем, что красиво, ты вошла в мою грешную жизнь. Он показывает куда-то влево, то есть у Меладзе где-то слева вход. И потом говорит, красиво, ты ушла из нее, вот я это заметил. Да, вот это очень, и в конце, это не игрушка, это сердце мое с правой стороны хватается, Меладзе. Это очень точно подмечено, потому что у Меладзе действительно все хорошо, но геометрия пространства нарушена у него полностью. Не, это у грузин, очень точно отражено. У всех грузин, у них сердце с правой стороны. Два сердца. На всякий случай, нет, на подарок еще одно. Я не знаю, что как у грузин, но действительно у Меладзе есть вот эти, когда он как бы открываются двери метро, и он принимает вот эту позу. Знаешь, когда ветром, да, уносит левую руку, а правую... Он держит микрофон чересчур крепко, чтобы не смыло там чем-то, не знаю. Вот это очень точно было поймано, и это для меня, вот я еще раз говорю, кроме музыкальности, было еще очень смешно. Браво! За это отдельное спасибо.
По поводу музыкальности мы как раз спросим у профессионала. Сусанна. Это не ко мне. Да, оценим профессиональность с музыкальной точки зрения. Что мне очень понравилось в вашем исполнении, это вот то, что есть у Меладзе. Это полная концентрация на красках голоса. То есть без, при иногда даже аскетичном внешнем облике все сосредоточено в тембре, который очень точно передает информацию вот от сердца к женским сердцам преимущественно. Я представляю, что все вот, так, я все, все вот так хвалят, хвалят, и только Валерия Меладзе сейчас сидит дома перед телевизором, это я вот так выгляжу, боже. Что... Вот так. Вот, оказывается, я это делаю, говорит Валерий сам себе. Антон, я мне посчастливилось знать его чуть, наверное, больше, чем ты, я не знаю, но у Валерия Меладзе очень большое чувство юмора, поэтому я думаю, что он сейчас смеется, как и мы. Ну, в хорошем смысле слова смеется, да. Почему мы говорим, как будто нет его уже, как будто... Не, его здесь... А он здесь? Нет, он, ну, вообще... Я да, здесь. Не, он, да, но он перед телевизором сейчас, я думаю, Андрей. Есть его полномочный представитель. Андрей Молочный. Я вообще думаю, что это какой-то большой обман. Я вот смотрю на Олега, вот пытаюсь узнать его, но мне кажется, это вообще не Олег. Вот нужны доказать. Ты можешь нос вот сейчас это, что-то там оторвать, парик? Чтобы... Его так долго клеили. Да, да. Вот ты можешь... Я сейчас его оторвал. А там и нос. Да, хотя бы, я подойду тебе потом. Так хотя бы строчку из... Это Олег. Это Олег. Я узнал его. Это он. Смотрелся в глаза. А как ты его узнал-то? А как ты его узнал? Я узнал его только по глазам, Гарри. Только по глазам, потому что все остальное... А вот я близко вообще его старался держать дистанцию всегда от Олега. Вот. Но глаза, да, вообще в жизни я держу от него как бы дистанцию, да. Человек может в любую секунду сделать хоп или хип. Да. Да. Но еще самое важное, Гарри, ко всему... Олег нам показал молодого Меладзе, еще того, вот с вот этими, когда он на гитарке играет. Ты видел, вот в проигрышах играл на гитарке. Невидимая гитарка. Энергичный, энергия. Браво, Олег, спасибо. Андрей, а можно мне включить? Да, да, можно Гарику микрофон. А да, подождите, подождите, не расходите. Олег, просто Андрей уже под 60, и он помнит те времена, когда Меладзе играл на гитаре. Какие-то призрачные времена. А это песни Агутина причем исполнял, да, возможно. Меладзе, да, на гитаре. Песни Агутина. Андрей, Меладзе на гитаре не играл никогда вообще. Нет, нет. Его брат, Гарик, его брат играл, он нет. Друзья, дело в том, что Гарик немножко, да, старше меня, но я говорил, иногда слух, конечно, я говорил не о Меладзе, а про Олега. Олег, а вы играете на гитаре, да? Олег? Ну, так же, как Меладзе на сцене, вот так. В совершенстве владеет искусством игры на невидимой гитаре, да. Вот только на ней. Поаплодируем Олегу. Спасибо. Гарик, ты сможешь проаккомпанировать лезгинку, чтобы... Ну, на барабане, конечно. Можно барабан нам? У нас волшебная студия. До дивана пойду тогда. Дайте нам барабан. Слушайте, ну... Дайте... Друзья, поаплодируйте барабаном. Я не поеду. А где барабан? А где барабан? Пожалуйста. Можно, можно я... Там дагадигиди дам дагадигиди дам дагадигиди дам дагадигиди дам дагадигиди дам дагадигиди. Подстава какая-то. Я... А, там вообще установка? Пожалуйста, видишь, один барабан. Второй. Сколько тебе нужно барабанов для счастья, Гарик? Для счастья несколько тысяч. А чтобы сыграть лезгинку, хватит и этого. Давай тогда, если можешь. Есть палочка, все есть. Бендер играл в шахматы второй раз в жизни, помнишь? Вот эта ситуация сейчас. Бендер будет впервые в жизни танцевать лезгинку. Внимание, интернациональная лезгинка в исполнении псевдо Валерия Меладзе. Сусанна, а можете помочь? Нужна же дама, нужна дама в этом танце, конечно. Браво! Потрясающе! Вот сейчас, я думаю, что вот сейчас Валерий Меладзе сказал: о, так танцую я, неплохо. Антон, здорово, вот ты вовремя остановил. Вовремя ты остановил, потому что по традиции уже должна была начинаться Антон, свадьба. Я хочу предупредить всех кавказцев, которые сейчас потеряли сознание перед телевизорами. Это была моя версия лезгинки. Light version. Такая лаунж-лезгинка. Лезгинка-лаунж. Лезгинка-лаунж где-то. Спасибо большое, Валерий Меладзе. Прошу вас на звездный диван.